сколько запросов за один сеанс удается проработать. Но тут много причин, которые могут, скажем так, повлиять на этот результат. Все зависит от сложности запроса и от состояния клиента, от возможности его работать по этому запросу. Если человек достаточно прокачан, если у него хорошие трансовые навыки, он быстро входит в транс, у него хорошая визуализация, то можно проработать до 5 запросов за один сеанс, достаточно таких серьезных и крупных. Если же затруднена эта работа, если человек с трудом погружается и у него плохая визуализация, то можно проработать один запрос. Ну и бывают еще такие интересные моменты, что работать мы начинаем по одному запросу, а по факту нам приходится работать с другими, с теми, которые сами поднимаются в сеансе, поскольку они являются истинными причинами, которые человека в данный момент вот привели на этот сеанс. И это бывает не так уж и редко. Поэтому, скажем, все индивидуально. Нет двух одинаковых сеансов. Как нет двух одинаковых людей, так и нет двух одинаковых сеансов регрессии. Более того, скажу, нет даже двух одинаковых сеансов с одним и тем же человеком. Как бы все проходит по-разному.